Отошел. Сейчас один момент. Отходите все назад на максимальное расстояние. Ничего там. Так, мы с Дуатом. Где? Сейчас один момент. Вы с Дуатом справа. Давай, Дуат, направо пойдем. Сейчас. Рогу, рогу тебе надо тянуть будет. Да, тут. Крипаты, там нет смысла стоять. Мать твою, чё ж так много их? Держи, держи. Ну да. Я тебя в любом случае сову тут выхил. А, точно. И им там будет намного проще. Блять, а вот бомжи то, что побежали, по-моему, вообще не в тему. Нормально. Дела пока здесь все, кто здесь стоит. Умрете. Я спим. Такого. Да тут нормально, от него эти бегут. Бомжат 4. Если что, Иннер дом. А у вас все уже там? Ну, троих. Третьего добиваем. Повезло, а не то, что втроем. А, сейчас хрипатый потихонечку одного из них тяни. Если Иннер есть какой-нибудь. Да, обойди по деревяшке его. Стойте, стойте, стойте. Ближе подойди. А, это бомж бежит. Близко подходи, и когда ты видишь, что он на тебя идет, просто маленькими шажками отходишь назад и грипаешь. Не-не-не-не-не, стоп. Сейчас бы еще вайпнул сюда. Собака, да. Че там? Собака. Тренируйтесь, потому что это для 25-ки критично. Ты Иннер дашь, нет? Или не надо? Холи-пау, с другой стороны, по деревяшке обойди его. Нормально, пусть бьет. Фойт, если тебе холи-пау говорит, что тебе ему нужен Иннер, значит ему нужен Иннер. Ну
да, побежал. Половину, если получится, чуть-чуть назад сдвинуться. Папу снимите. Прикинь. Все хорошо, еще одного тянем. Стой. Так, ладно, сейчас я попробую подойти, у меня поменьше парней. Да мне кажется, их уже уешить можно. А почти такая уже, там два человека стало. Тут уж прохилим. Контрольте этот квадратик. Фир там дайте ему. Блин, отойди, он тебя ударит сейчас. Ну не на меня. Вот, хорошо, фир. После фира я стан дам ему сейчас. Я стан дал 6 секунд. Бля, ну тут прям красиво, с сетапом повезло, это что они втроем еще сыгрались. И дуата сильно не пробивал вообще. ГЦ. Ой-ой-ой, какие кисти мне. Кисти хорошие, а? Кисти хорошие, да. Так, ну сферку мы все нидим. Да. Вот насчет триньки, я не знаю, взять. Какие кисти хорошие. Этот, только тогда не нажимайте распылиться, а то еще, не дай бог. Да нет, просто, ну, да. Воет ГЦ со сверкой. Угу. Да, как раз тебе, видишь, нужны. Кисти, кстати, хорошие. Войт еще. Блять, ну да, отдайте кисти-то на мейн. Ты все забрал. Варвью. Хорошие кисти, кстати. Не понял, Войт все, что забрал? Войт, спасибо огромное, они прям бисовые сейчас. Смотри. Ты триньку одевать, да, будешь? Ну я бы потестил бы на хулике. Не, ну холипау это так себе. Ну. Да, да, прям. Ну, много интеллекта потеряешь. ШПшки, крит. Ну, мне на успек. Слушай, ШПшки, кстати, тоже нормально. Снипу нормально, у него потому что ни одной тринки на хосты, кроме кондера. У исполина просто глаз грубо. Говно, тринка, сразу выкинь можешь. Как дела? Лишь сплотившись, вы сможете. Так, здесь у нас кто. Ой, кто ловить сможет? Войт. Да ты много словил там, ты чё? Много. Мы меткость потеряем. Угу. У нас два приста есть, какая меткость? А, да, точно. Вайда тогда и все. Да тут и так забьем. У нас вар есть. У нас воин же есть. Тем более ты жирный, тебе можно даже не хилить. Она. Дуат, смотри, самый большой гроз лайт это с левой, которая сейчас стоит, темная. Поэтому больше с него, за ней следить. Дуат, ну а гроб будут с белой снимать, срывать, вы же белую все будете бить. Нет, больше всего с темной снимают. Ты просто черную бери сейчас, да, сферу. А, все вижу. Да я войду, что-то не заметил. Ну да, это кого-то делал, знаешь. Они тьмой же, да, бьют? Тьма и огонь. Да, я поставил на огонь. Угу. Мы без МП5 нормально живем. Так, ладно, давайте, да.
Что, тянуть, снять, не тянуть? Да, да, давай ДПМ, иди агри. 5 секунд. Да. Агро, 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 исполин. Я на вопрос сразу. Почему вы тьму бьете, я не пойму, блин. Мы бьем черепочек. Я, блядь, почему метки слетели? Вы умрете. Поставь, у тебя есть время. На вовпро, потому что череп ставится. Да, уже не слетел. О, ну поставь на другую. Ну, треугольник пойдет. Стоим, бьем. Давайте тогда Геру дам. О, продает этот сальву. У меня КД сальву еще. Минуты целую. Я могу боб на него дать. Да не надо. Но он снимет, а агро сразу на ноль уйдет. Да я поставлю, покурю. Да лучше пей. Давай я боб на него дам, потому что он так и так сорвет. Давай, давай. Я кинул на тебя боб, снимай. А все равно. Чё поменяли, поменяли. В треугольник играем. Пить. Спил. Переводим? Да, 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 надо переводить. Спалин, нужен гейм. Нажал. Поставил. Думаешь. Войд, кинь это на Донту, Иннер. А что у нас тут? Бьем. С белой стоим. Стоим с белой, да. Я умер. Дай Берму. Вы умрете. Я в бабле сейчас. Блять, она опять, сука, огромный забирается. ЛПш, ЛПш, ЛПш. А ты, кстати, не поставил, наверное, да, то, что я тебе говорил? Наклсы. На я дал на него сальву. Поменяли свет. Переводим? Пьем, пьем, тут миллион остался. Полтора. Ну чё, посох три дырки? Посох три дырки. ГЦ. Вольте. Ой, огнестрел хороший, ГЦ. Стрел хороший, согласен. Ну что, кто-то посох поутает хороший. Это вальки вообще, да? Никчемные. Я забрал посох. О, нормально. А я огнестрел, вот зашибись. Блядь. А кто там? А кто на мейне вообще? Сейчас сферу там. А кто за посох? Да я посох зовут, с тремя дырками забрал. А, это, конечно, он вступлю, блин. Конечно, он мне нужен, но забирай. Кому уступаешь? А, кому еще и уступаешь-то, блин? Кто у нас там второй порол? Не спали. Кару. А, Кару.
Я бы совушки дал, ДПС поднялся бы вообще кайф. У совы. Кар, у тебя как раз три сферы надо было. В жопу дам! А что, сломался, что ли? Не понял, где босс? Да не, он сейчас по пол провалится. Не, ну я второму пароль отдал, типа, просто. Потому что он всем нужен. Ты последний, самый меньше сролил, так что. Кар, УГЦ. С без посохом. Да, это без посох. Ну, кастеров много, видишь, а посох от всем не улетелся. Да ладно, Гвеснип, и на твоей улице будет праздник. А, нет, это лучше, чем на магике статы. На один сокет меньше, ой, на один сокет больше, СПД столько же, больше хосты, больше крита. У меня на сове тоже такой же посох, сам оба с десятки. Может, с магика, видишь, заберешь потом на сову. А где там посох? Вот он с магиком. Так, ну вот по сравнению с этим, да. Здесь тупой надо врубить. А что по контролю по жукам у нас будет? У нас много. Контроля больше, чем в первом рейде было. Ну да. А зачем? У нас два танка, Кар. Я даже не знаю, на кого СС. На кого СС? Знает. Ой. Давай на Вов бро, что он сорвет же что-нибудь там. Сорвет. Блин, постоянно это дело срывает. У нас вчера воин срывал агро. Вначале сорвет, естественно. Можно лапку бафнуть, пожалуйста? Ну да, вначале, когда там первые эти бомжи будут. У меня и дом срывал вчера. Присты, бафните дух, пожалуйста. Угу. Я не готов, сейчас поем. Аж страшно на него смотреть, на этого ануба, блядь. Да пиздец, я просто представляю третью фазу, блядь. О, ГГС неправильно горжает. Тогда и проще играется. А Гера на третьей фазе. Кто босса, кто ладов? Или как? А, хрипатый... Ой, дуат. Я так же, как в 25-ке делаем. Я ставлю черепочек, того моба ты на себя забираешь. Мы его их кливаем. Прожимаешься под станы свои. Ну, когда тебе босс будет давать станы. Войт на боссе получается. Я на адах тупо. Нет, ты... Подожди, ты объясни ему. Смотри, Дуат. Короче, жуки пришли к тебе, ты залавил одного жука, да? Сразу прожимаешься. Потом, когда подойдут вторые, ты уводишь босса, а там и конец, в другую сторону. А, все, понял. Вот как только они подошли, ну, там тебя застанет, короче, заморозит, да? Сразу заморозка заканчивается, ты уходишь. Сразу. И босса сразу на выход, только, когда вторые приходят. Да, как можно ближе к озеру. И сейчас с самого начала тебе нужно будет взять сферку и грипнуть ее под себя. Хорошо, найти быстро. А, Исполина, а ты будешь на сферках? Не, или давай Войд. Войд, давай. А, блядь, ты в танке. Да, Исполин, давай ты не на... можешь сферку протянуть? Первую хотя бы. Первую ты сам притянешь. Ладно. Смотри, ты даешь две ЛПшки в босса, потом грип в сферку, и просто разбивается. Ладно. Ее вару бьет. Сейчас, секундочку. Thank you.
Все, все готовы, ДПМ поуставлю. Я ото льда включил там. 3, 2, 1. Сверху гриб под себя. Все, 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 одну, блять, только. Так я же ее просил. Ладно. Череп туда забрал. Вчера я его не забрал. Упал. А ты упал. Что-то дико. Это от коста упали. Хрипат от этого не берет упал. Да. Хапал же может дать стан? Хапал же может стан дать? Да, конечно, может. Ну, все. По сути, там больше. Я что-то забыл. Да, тут хилить нечего. Вы мне только это говорите, потому что я в воду постоянно гляжу. Ну, там надо сразу моментом сбивать, там тебе никто там не понадобится. У нас чернокнижник есть, который язычество может кинуть на мобов. Так, а Дживс у нас есть? То я поломанный уже начинаю становиться. Да, Дживс есть. Да, он сорвал. Причем я не бил, там просто 4 крутился, блядь, и все. А нуб, когда начал сорваться, я бросил бить. Тут подошли мобы, блядь, и Т4 крутится же каждые 2,5 секунды, блядь. Давай. Что, давай. Ну, сферу кто тянет? Хрипат, ну, не надо тянуть, пусть он сам. Поздно, ну поздно, но пусть сам. Это лучше, чем 2 сферки забирать. Все, кто сферу тянет? Хрипаты? Не-не-не, ты тянешь сверху. Все, хорошо. А все починитесь там, кому нужно. Кому не нужно. Да, создает его. Давайте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. 1 секунда. Скажите, как скидываюсь? Агро. Готовься станить. Стан. Да. А, даже анонсе, слышишь, ДПМ? Да. Кстати, да. Играем в босса? Да, Вов, бро, у меня нет сальвы. Что, босса забирать и уводить? Да, дуат. Не, забирай мобов. А, ну хорошо, босса уводи босса. Готовимся со станом. Блин, и тут, наверное, сверху притянуть. Сначала пусть закопается босс. Да, шипы пойдут, только да. Даже не понадобилось. На кого тут нас? Вовбро, Стив. Самый конец, иди. Самый конец, беги. Беги. Я на тебя дам, в общем. Все остальные в другую сторону ушли.
все, заходи. Хорошо. А он же может в тучку? На мне. Хорошо, чек. Я там сферу разобью пока. В лужу, за лужу становись, за лужу. Вот так делай. Так же гриб в самый конец. Разбейте сверху. Войд. Ну, просто в стеночку уходи. Не успеет, наверное. Не-не-не, блядь. Войд. Пожалуйста. Ну, это косяк. Вот я за такой тебе 25-ки дам ГП. Сразу предупреждаю. За то, что ты в коте зашел сверху, когда нужно было в мишке стоять в стене. Притяни, пожалуйста, хрипаты, у меня КД на этом. Да, как. О, сбил. Потому что ты сейчас забрал сферку, из-за которой мы точно не пройдем. Лужу. А мог бы умереть, возможно. А мог бы в мишке прожаться, и я бы тебя оверхилил бы. И надеяться, чтобы он вылез вовремя. Поэтому... Ну, ты понимаешь, что таймер не важен. Да. В общем, на первый... Ограничена сфера, кровно ограничена сфера, что если вы лишнюю разбили, все, уже можно вайпаться. На первой перефаске он на 5-й секунде выкапывается. Да? Первая фаза 2. Да, да, мы третью взорвали. А сколько сфер еще осталось летать? 3. Одна была. 4 сферы всего. Теперь да, 6. 6? По-моему, 6. Значит, не так плохо, как я думал. Я думал, их вообще 4. Я почему-то тоже думал. Нормально, в принципе. Учитывая, что он за паладином может побежать. Не, ну у нас один паладин, поэтому у нас одна сферка должна ломаться на первой фазе. Есть у кого 50 голды? Нет, две сферки на первой фазе. И две сферки на второй. Три сферки на второй. На второй у нас нету бопа, потому что... На вторую... Закапывание, ты имеешь в виду на вторую? Ну да, да, на второе закапывание у нас нет бопа. Не откатится. У меня 3 минуты. Ну, ничего страшного, что 3 минуты. Можно сейчас в первой фазе там 3 раза пить. Дайте 50 голды. А потом 2. Спасибо, Вов. Все точно так же делаем? Угу. Да, 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 то же самое. Конечно, еще одного пава не хватает. Угу. Да. Ретрика. На секунду. Сзади. Про, блядь. Ну, я даже не успевал. После стана прожмешься, дашь МБР. А, босса? Ага.
Забрал. Репортайте повару. Так, все, давай босса отводить тогда. Сука, у меня КДшки. Что тебя так пробивает-то? Я ему сокру дал на 30. Он не так сильно тоже пробивал. Успеешь, волк? Или кто? Опять на вовбро? В стенку давай. Зря, конечно, ты ботинки использовал, мог потом после этого еще пробежаться. Не достаю до волка. Я там стаков. Сейчас притяну эту сферу, если... Блядь. Я побегу, да, на ботинках. Я сейчас тоже умру, я умер тоже. С меня никто не снимал жуков. Они не висели постоянно. Не успел добежать. Там одна секунда была. Да. Положите выпуски его. Не, я нет. Там много. Расскажу. А так не пишется. Полчаса, по-моему, должно быть. Да, должно быть 30 минут. Там есть талант на 15 минут. Да чё, жёстко, это вторая жизнь, по сути. А сферу куда пошел, босс, не понял. А что такое? Первого добивайте, потом босса играем, мы просто. Так да, забирай его просто. Уводить уже надо. Да, Павел.
еще одного заберите. Мега снипер. Точку отдай, если что. Волк на себе. Я дам волк на себе. Все на другую сторону побежали. Не ставишь, потому что она далеко очень. Там возможности не будет. Нормально, они хорошо лежат. Там сфера... А, уже одну сферу жжут, жжут. Вот этот вот. Что творите-то, блядь? Угу. Ну, по сфере кто-то бил, у нее ХП уменьшалось. А между пройдет. Бат есть? Бот у тебя? Все отлично. Ну, еще считай, три сферы. Четыре, одна летает. Отлично. А с мобами под босса. Репочек сыграли. Скажешь там, когда станут? Стан. Да. Босса играйте, этого заклеиваете. Испалин ножники. Поставил. Маба. Закопался. 48. У меня 50 секунд, у меня не будет, короче. И еще одна сфера летает. Надо тянуть. Не надо, там далеке же, или там не сфера. Что это такое справа? Сфера. У нас всего сейчас 4 сферы есть. Одну оставим на после того, как он выкопается, а все Карл остальное. Дуат на себе. Да. Боб есть? Нету. Ну, без блин, бопа. Я здесь далеко не убегу. Трэш, сыграйте, петь. Спасибо. Ну, у нас умер танк. Я не успел. Как вы умерли? Ну, трэш, что до хера было. От скрабия сгрыз меня. На мне вон 6 стаков уже. На мне 11. И две сферы еще лежит, летает у нас. Одна лежит, одна летает. И вот за это мы должны переводить. 50% у босса. Мы много в трэш играем, слишком много в трэш играем. Не, ну давайте падать, что сейчас. Как раз и БР сейчас касится. Шоу 30-я попытка, да, шла точнее. 32-я. Две попытки нам не засчитало, сервер падал. Да, вчера в 2 по вообще круто было. Ну как бы на первой переходке-то типа ладно, нормально все. Даже через один буп, но второй уже не хватает.
Ну, у нас сейчас, считай, почему одна сфера лишняя была. По бейсболу вы уже не можете зайти ее, или что, я не понимаю? Да нет, все хватает нам. Просто кап, что не от хватает? Этого же умерли сейчас. Или когда бежите в мобов просто покривать? Можно. Да, потом уже тоже посох. Ой, да, вторая 25. Вторая 25 сегодня. А завтра и ВК? Да, завтра и ВК. Отлично. Все на замелик, только кроме самых одетых, верно? Скорее всего, да. Отлично. Ну, в смысле, не скорее всего, а точно, да. Ой, моя сова. Как раз хоть ГП не полутаем. Не надо лутать сегодня. Нет, готовься. Я сниму один кусок. Да, хрипат, я дошел. Написал же пиво. Там ГП на первом боссе уже пойдут. Конечно, конечно.